Число нелегальных мигрантов, прибывших на греческие острова в Эгейском море из Турции за первые 5 месяцев этого года, выросло в 6 раз по сравнению с тем же периодом 2014 года. Такие данные опубликовала береговая охрана Греции. 80% из них беженцы из Сирии. Мы прибыли из Сирии, оттуда добрались до Турции, уже потом в Грецию. После Греции мы хотим уехать в Германию с Божьей помощью, и уж там постараемся остаться. Мы пытаемся найти любую страну, которая бы нас приняла, вот и все. Потому что, как вы понимаете, мы спасаемся от войны. У переживающей тяжелейший кризис Греции нет дополнительных ресурсов для решения гуманитарного кризиса такого масштаба. К тому же нелегальные мигранты отпугивают иностранных туристов, которые приносят греческим островам основной доход.